Я сняла каблуки, уже не могу. Холодно, во-первых, в туфлях. Все? Угу. С такой красивой девушкой. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Галина Борисовна. Очень приятно. Я так понимаю, что вы организатор данного мероприятия. Нам очень приятно, что мы с вами имеем честь разговаривать. Скажите, пожалуйста, как вам впечатление? Все ли идет по плану? Все ли у вас задуманное сбывается, как вы считаете? Ну, я думаю, что задуманное сбывается, и все идет по плану. Ну, естественно, как в любом мероприятии, есть какие-то, может быть, недостатки, о которых нам скажут уже в конце наши слушатели. Ну и кто не рискует, тот не пьет шампанское, и тот, кто не делает ошибок, тот, в общем, не учится. Поэтому учимся все, и я учусь. Я только что приехала из Праги с курса, на котором я была ученицей. Несмотря на свой солидный, да, была в Праге только что, да. Мы, в свою очередь, хотим вам выразить благодарность за то, что вы являетесь частью этого мероприятия, вы его организовываете, потому что очень много благодарных людей, которые рады, что они могут присутствовать на таком событии. Мы уже опросили многих, и все довольны, всем очень нравится, и желают вам, чтобы у вас это все развивалось и шло вперед, потому что это действительно очень замечательное мероприятие. Но я хочу сказать, что на самом деле для меня это очень важно, потому что у меня семья потомственных врачей в 5-м поколении. Это первое. Второе, у меня обе мои дочери стоматологи, муж в прошлом стоматолог. У меня в этом году внучка, которая здесь помогает, у вас Александра, это моя внучка, и она тоже поступает в этом году на стоматологический факультет. Вот. Но я бы хотела все-таки отметить Алексея Шарова, который очень нам много помог. Ну, практически, знаете как, я хороший врач, я хороший педагог, я известный специалист, но те технологии и те методы организационные, которые даны ему, к сожалению, не даны мне. Я ему очень благодарна за это, поэтому я хочу, чтобы это обязательно прозвучало в данные нашей с вами. Это большая работа, да, вами проделана, и да, вашей командой. Да. Я считаю, что работа совместная, поэтому, может быть, даже в какой-то части он больше дал, потому что я сегодня, наверное, успешно благодаря тому, что вся моя предшествующая жизнь в стоматологии в этом году, через 2 месяца, через полтора, будет 45 лет, как я закончила первый медицинский институт. Вот, и, соответственно, имея огромный опыт и ординатуры, и аспирантуры, и педагогической деятельности 40-летней, я могу сказать, что, конечно, для меня это приятное событие, хотя, как вы поняли, мы этим занимаемся регулярно, и нам интересно, и мы с Алексеем, хоть мы сейчас устали, особенно он, но я думаю, что мы при всем при этом обязательно продолжим эту традицию, отдохнем, придем в себя, зададим вопросы нашим ученикам, это еще будет обязательно сегодня, я надеюсь, в конце. Все-таки я всегда больше всего жду не похвалы, а именно пожеланий на будущее, вот, чтобы мы исправили то, что мы что-то не учли, потому что, ну, так всегда бывает. И поэтому в будущем мы, конечно, планируем аналогичные мероприятия, может быть, совместно, может быть, еще кого-то привлекая. Но это мы уже будем думать дальше. Уже сейчас вот я с айпадом я уже внесла некоторые мысли по поводу того, что надо будет изменить, потому что, как всегда, есть, конечно, у меня при большом опыте. Ваш энтузиазм не скроешь. Нет, однозначно. И энергию. Спасибо. Поэтому мы вам желаем сил, энергии, чтобы у вас все получалось, чтобы все ваши задуманные планы осуществлялись и в таком же позитивном ключе все мероприятия проходили. Спасибо вам. Спасибо большое. Что вы с нами. Всего доброго. До свидания. Если там, я говорю, ты же с одного конца захожу до другого.